45 тысяч литров крови сдали южноуральцы в этом году. Самые активные из доноров получили грамоты из рук главы региона. В этом зале больше 20 южноуральцев – медики, электрики, слесари и политики. Каждый признается, сдает кровь не ради денег. Ну, собственно, потом уже нам сказали, будешь сдавать. Организм обновляется, как говорится, вот мне сейчас уже, ну ладно, не будем сколько лет, фактически 7-й десяток, вот мне сейчас вот по виду, надо сказать. В этом году, отметил губернатор, желающих сдать кровь стало значительно больше. Пункты переливания посетили почти 60 тысяч южноуральцев.